Необычное природное явление попало в объектив фотокамеры. Торнадо на Каспии заснял один из читателей газеты «Волга». Явление это, кстати, до сих пор плохо изучено. Ученые не могут однозначно объяснить ни механизмы появления смерчей, ни скорость циркуляции воздуха внутри воронки. Известно, что разность давления внутри воронки и снаружи может быть настолько велика, что в зданиях хлопаются окна. В 2011 году смерчи были отмечены вблизи казахстанского месторождения Кашаган. Это северное побережье Каспийского моря. Фото опубликовал блогер под ником «Фактор времени».